Современные игровые элементы, безопасное покрытие и ограждение. В Звенигородском микрорайоне Супонева открылась новая детская площадка. Совсем скоро игровой комплекс подключат к системе «Безопасный регион», и здесь появится освещение. Мы открываем эту замечательную площадку, выполненную по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. В этом году мы реализовали на территории Одинцовского городского округа 7 таких площадок, и каждую из них открывали с радостными улыбками детей. Теперь здесь играют дети не только из соседних домов, но и из ближайших микрорайонов. Новый игровой комплекс стал по-настоящему долгожданным для жителей Звенигорода. Мы вот уезжали летом и приехали, уже новая площадка. На самом деле очень рады, потому что была очень старая, некрасивая, небезопасная. А теперь очень все безопасно, то есть детям нравится, они играют. Праздник удался, яркая анимационная программа порадовала детей и взрослых. В этом году Одинцовский округ успешно выполнил план по обустройству детских площадок в рамках реализации программы губернатора Подмосковья. Локации для их размещения были определены по итогам голосования жителей на портале Добродел. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово».